Гениальный серб совершил прорыв не только в электроэнергетике, но и в других областях. Многие его идеи и разработки настолько опережали время, что при жизни ученого не могли быть реализованы. Не было соответствующих технологий. Вот только некоторые из них. Радиоуправляемые торпеды и летательные аппараты. Реактивные самолеты. Летательные аппараты вертикального взлета. Суда на воздушной подушке и многое другое. Работы Николы Теслы, безусловно, были интересны военным. Поэтому с самого начала его деятельности он всегда был в поле зрения как армий различных государств, так и спецслужб. Отдельные его наработки удалось себе достать немцам. С немецкими учеными Тесла сотрудничал до середины 30-х годов. Преподавал в Германии и даже демонстрировал свой левитатор Герману Герингу. Подробности этой деятельности Теслы неизвестны. Однако факт, многие разработки, которые обеспечили колоссальный технологический рывок Германии в 20-е и 40-е годы прошлого века, странным образом напоминают идеи Теслы. Так ракеты и летающие диски Третьего Рейха заставляют вспомнить летательные аппараты Николы Теслы, о которых он говорил еще в 1908 году. Это будут летательные аппараты на совершенно новых принципах. Без газовых баллонов, крыльев или воздушных винтов. На высоких скоростях они будут перемещаться в любых направлениях, независимо от погоды, воздушных ям и нисходящих потоков. А идея вихревого двигателя Шаубергера для немецких дисков прямо перекликается с идеей сверхлегкой безлопастной турбины Николы Теслы, предложенной им еще в 1906 году. В свое время Тесла был в близких, даже в приятельских отношениях с некоторыми немцами, работавшими в США, которые впоследствии были изобличены как немецкие шпионы. Не исключено, что Тесла делился с ними не только своими планами, но и результатами предыдущих экспериментов. Не потому ли Третий Рейх проявил повышенный интерес к тунгусскому феномену? 1942 год. Самый разгар Второй мировой войны. В районе Тунгуски местные жители задерживают и передают органам госбезопасности подозрительного субъекта. На допросе выяснилось, что он научный сотрудник Берлинского института, занимающегося вопросами мистики. Большего узнать не удалось. Немец покончил с собой, повесившись на самодельном жгуте. Специалисты полагают, что это был сотрудник АННРБ, самой загадочной организации Третьего Рейха, которая занималась исследованием магии и новейшими технологиями. Тесла сотрудничал не только с немцами. Как доносил агент ФБР, ученый был членом тайной организации «Друзья Советской России» и пытался продать свои изобретения новому режиму. В 1934 году Тесла пишет своему другу. «Русские хотят обезопасить свои границы, и я сделал им предложение, которое сейчас рассматривается». Что имел в виду Тесла, мы не знаем. Однако известно, что в 30-е годы он работал над проектом многоцелевых станций, способных защитить границы любого государства. «Электронный щит», — говорил Тесла, — «будет действовать совершенно на новом принципе и новом типе энергии». Он говорил так, что энергия будет передаваться не в виде радиоволн, а в виде некого луча. Скажем, луча толщиной в 100 миллионов человеческого волоса. И эта энергия будет способна, как если точно говорить словами Теслы, плавить двигатели самолетов на расстоянии в 250 миль. Из документов ФБР США известно, что в следующем, 1935 году, за проект лучевого оружия через представителя Амторга советского разведчика Аршака Вартаняна, Тесла получает от Советского Союза чек на 25 тысяч долларов. Есть сведения, что через полтора года Тесла приезжал в Москву и демонстрировал опытный образец своего оружия маршалу Тухачевскому. 1949 год. В район падения Тунгусского метеорита под видом геологической партии отправляется сверхсекретная военная экспедиция, организованная по личной инициативе Лаврентия Берии. Ни о какой метеоритной гипотезе речь не идет. На секретном совещании будущим участникам экспедиции Берия заявляет: «Мы не собираемся искать этот самый метеорит. Ваша задача — оценить параметры взрыва и прочую физику. Нас интересуют чисто прикладные вопросы этого события».
Результаты экспедиции и выводы в открытой печати никогда не публиковались. Все отчеты бесследно исчезли в архивах НКВД. Но, судя по всему, посылая военспецов на Тунгуску, Берия знал, что катастрофу вызвал не метеорит. Кто мог быть источником такой информации? Не так давно стал известен сенсационный факт, за который в свое время многое бы отдали спецслужбы Соединенных Штатов. Оказывается, в 1939 году знаменитый физик Роберт Оппенгеймер тайно посещал Советский Союз. И останавливался будущий отец американской атомной бомбы не где-нибудь, а на даче у наркома внутренних дел Лаврентия Берии. Как вспоминал сын Берии Серго, Оппенгеймер жил у них на протяжении 2 недель. Известно также, что в конце 30-х годов Оппенгеймер работал в совершенно секретном проекте, цель которого – сделать американские военные корабли невидимыми для вражеских радаров. В этом же проекте принимал участие и Никола Тесла. С помощью его генераторов предполагалось создавать вокруг кораблей своего рода электромагнитные пузыри и краны, которые отводили бы внешние излучения. И Тесла, и Оппенгеймер симпатизировали Советскому Союзу. О своих экспериментах 1908 года Тесла вполне мог рассказать Оппенгеймеру, а тот, в свою очередь, поделиться этим с Берией. Передача энергии на расстояние не могла оставить Берию равнодушным, ведь это идеальное оружие массового поражения. Для председателя спецкомитета по атомному оружию совсем по-новому зазвучало высказывание Теслы, сделанное в том самом Тунгусском году. Уже сегодня могут быть построены беспроводные энергетические установки, под действием которых любая область земного шара может быть превращена в непригодную для проживания. Не исключено, что именно такая цепочка событий привела к секретной экспедиции 1949 года. Начиная с 1912-го, Тесла ведет странную двойную жизнь. Американский гражданин, он занимается закрытыми исследованиями для США и одновременно предлагает свои секретные разработки Англии, Германии, России. Трудно, конечно, да, вот современных наших меркантильных позиций понять Никола Тесла, как взять гениальное изобретение, тем более относящееся к вооружениям, и взять его подарить потенциальному противнику. Что двигало Теслой? Жажда наживы? Маниакальное стремление к разрушению? Или беспринципность ученого, которому все равно, где реализуются его идеи? Часть четвертая. Параллельные миры. Он всегда мыслил глобально. И, может, поэтому производил впечатление человека высшего порядка. Блестящий собеседник, очень мягкий и скромный в общении, Тесла владел 8 языками. Был знатоком музыки и поэзии. В нем одновременно чувствовалась и утонченность, и огромная внутренняя сила. С 19 лет и до конца жизни он спал не более 2 часов в сутки. И при этом работал как одержимый. Я совершенно вымотан, но не могу прекратить работу. Мои эксперименты так важны, так прекрасны, так удивительны, что я с трудом могу оторваться от них, чтобы поесть. А когда пытаюсь уснуть, то все время думаю о них, полагаю, что буду продолжать, пока не упаду замертво. Психическая энергия Теслы была устрашающей. Она просто звенела, мою кожу покалывала, делился своими ощущениями писатель Джулиан Готтерн. У него глаза провидца и ясновидящего, говорили о Тесле. Близкие знали о его даре предвидения. 1890 год, Филадельфия. Предчувствуя недоброе, Тесла почти насильно задерживает друзей, не дает им уехать вечерним поездом и спасает им жизнь. Поезд действительно потерпел крушение. 1912 год. Тесла уговорил Джона Пирмонта Моргана отказаться от путешествия на Титанике. Морган, всецело доверявший интуиции Теслы, последовал его совету и сдал билет. Джон Джейкоб Астер, другой спонсор и давнишний друг Теслы, советом пренебрег и погиб. За несколько лет Тесла точно предсказал, что Первая мировая война продлится 4 года и закончится в декабре 18-го. Он ошибся всего на 5-6 дней. Он предсказал также, что период мира после Первой мировой войны продлится 20 лет. Затем может начаться вторая. Но